Free at Home. Реализовать управление домом проще простого. Представьте, что вы электрик, и вы можете легко объединить в одну систему все: жалюзи, свет, отопление, кондиционирование и даже домофон. Для этого нужно всего несколько компонентов. Двухпроводная шина данных, системная точка доступа, блок питания и необходимые исполнительные устройства и элементы управления. Системная точка доступа обеспечивает управление системой Free at Home с помощью компьютеров и планшетов. При прокладке проводки вы можете реализовать последовательное соединение, соединение звездой или древовидную структуру. Функционал системы не зависит от способа соединения проводников. Сенсоры и активаторы. Вы можете подключить в одну систему до 64 сенсоров и активаторов. Установка. С Free at Home вы можете реализовать два варианта подключения. В первом варианте исполнительные устройства устанавливаются на динрейку в электрический шкаф. Для этого вам нужна только двухпроводная шина, которая подводится в монтажную коробку, что снижает затраты на канал управления. В дополнение к освещению и другим функциям, Free at Home Touch может быть интегрирована с домофонной системой. Второй вариант – децентрализованная установка. Сенсоры управления и активаторы устанавливаются в стандартные монтажные коробки. Этот вариант также называют элемент управления с активатором. В этом случае устройства предварительно запрограммированы. Питание 230 вольт подключается как обычно. Оба варианта установки могут использоваться в одном здании. Free at Home. Теперь управлять домом проще простого.